слышим новости из соседней Хакасии, что там большие проблемы. А в Красноярске таких проблем нет вроде, да? Да у нас может быть ситуация даже еще хуже. Просто дана четкая команда, чтобы никто об этом не говорил. Зайдите в аптеку, посмотрите. Лекарственных препаратов нет. Люди вынуждены искать их в соцсетях. Брошено на произвол судьбы. Власть самоустранилась, никаких заявлений. Где Минздрав, где губернатор? Недавно губернатор давал интервью. И говорил, красноярцев интересует вопрос, почему я хожу в маске или без маски. Да красноярцев не это интересует. Красноярцев интересует, почему скорые едут по 7 часов. Почему мест нет в больницах. Почему такое равнодушие, почему нет медикаментов, почему не подготовились. И мы заявляем то, что Красноярский край выделил 9 миллиардов с первой волны для борьбы со второй. Где эти 9 миллиардов? И ведь все молчат. А я считаю, что у нас ситуация критическая и больше похожа на самом деле на геноцид, чем нежели на систему здравоохранения. Когда человек не может получить вовремя нужную медицинскую помощь. А более того, я никогда не подумал бы, что мы доживем до того, что в 2020 году у нас не будет даже медикаментов. Никто об этом не позаботился. Мы давно говорили о том, что система госуправления в Красноярском крае потеряна. Но, извините меня, мы долго будем об этом молчать? У нас же ни один институт власти об этом не говорит.